Я инструктор спортивно-технического центра. Чуйко Александр Александрович, майор в отставке. Мне 65 лет. Мы находимся в здании ТИРа ДОСААФ, который спортивно-технический центр, значит, по договору снимает. Здесь работает секция пулевой стрельбы. В наше время, я считаю, что это очень востребованная секция, поскольку мы готовим практически людей, ну, первоначальные навыки владения оружием. Мы готовили до призывников к службе в армии, мы готовим людей, чтобы сдать нормы ГТО, но у нас есть проблемы. У нас, скажем так, нет финансирования, слова вообще. Нашим ментовкам уже лет по 7. Они давно выработали свой ресурс. Взять их негде. Все обращения мои к нашим начальникам спортивно-технического центра, значит, заканчиваются тем, что нам объясняют, что нет финансирования. Винтовка стоит 10 тысяч, это максимум. Им, нам нужно им около 5 штук. Это 50 тысяч, это ничто. Приходят к нам дети, которые хотят поступить в училище, МВД, российской армии, любые силовые структуры другие. Будущим офицерам нужен пистолет. Пистолета нет вообще. Любые обращения и в администрацию, и в ДОСАФ поддержки не находят. Мне 65 лет. Я, конечно, мог бы плюнуть на это дело и уйти, но мне обидно. Я все-таки офицер и давал присягу. Поэтому обращаюсь ко всем, кто хочет помочь, и особенно к нашей администрации. Обратите внимание, у нас в городе Энгельсе практически нет ТИРа. То, что есть, это не выдерживает никакой критики. Зовут меня Соколов Андрей Сергеевич. Мой ребенок ходит в клуб пулевой стрельбы. Я обратил внимание, что в клубе идет недофинансирование по материально-технической базе. Хотелось бы обратиться к губернатору Саратовской области, чтобы он обратил свое внимание на ТИР, находящийся в городе Энгельсе, на улице Коммунистическая, и помог финансово клубу.